Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала, с вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю сегодня делиться с вами информацией. Сегодня на обзоре у меня новый кран Buggy Coin на 10 криптомонет. Значит, вход и регистрация здесь по адресу электронной почты, привязанной к Faucet Pay. И здесь все просто. Собираем сбор каждую монету раз в 10 минут. Ну, давайте трон соберем. Кликаем claim. Такое количество криптомонет. Идет отсчет таймера. Не забываем то, что эту кран и здесь рекламка появляется. Далее вот на синюю вкладочку кликаем. И разгадываем капчу. Сейчас загрузится. Вот она, капча появилась. И ждем. Все успешно. И далее на зеленую вкладочку. Claim. Возвращаемся. Кликаем. И вот такое количество у меня 3x отправилось на Faucet Pay. Так, кликаю кран. Все, вот он у меня стал бледным. Теперь я вот этот трон могу собрать только через 10 минут. И так далее. Здесь как бы я вот собрала, да, через 10 минут. Ну, а эти можно таким же образом собирать. Значит, также есть короткие ссылки. Кто любит и умеет их собирать, пожалуйста, можете собирать здесь вот Dogecoin. Сюда кликайте, убираете любую криптомонету. Litecoin, пожалуйста. Страничка обновится. Litecoin. Здесь, конечно, побольше. Я терпеть не могу эти короткие ссылки. Так, возвращаюсь на домашнюю страничку. Здесь сразу вот находится реферальная ссылочка, кому надо. И идем на Faucet Pay. Проверяем вывод. Мгновенно на Faucet Pay. Как бы там монет нету. На самом кране. Сразу приходит на кошелек. И вот Buggy Coin. Вот мои 3x монетки прибыли. 2 января 24 год. Кому интересно, собирайте. Неинтересно, пройдите мимо. Всем удачи, больших заработков. Берегите себя и своих близких. До новых встреч.